Теза Power Kit – уникальная система крепежа кронштейнов для бытового и промышленного применения. Из себя представляет круглые металлические кронштейны нескольких типов с возможностью монтажа на них различных элементов массой вплоть до 20 кг. Power Kit уникальна тем, что кронштейны крепятся без сверления стен, полов и потолков. Вместо этого производитель нанес на обратную сторону кольцо из двустороннего скотча толщиной 0,8 мм. Скотч непростой, а с высокой начальной адгезией. В комплекте с кронштейном идет шприц с силиловым клеем емкостью в 4 грамма. Скотч служит временным креплением и одновременно ограждающей рамкой, чтобы клей не вытек. Силиловый клей подается через большое отверстие до тех пор, пока не начнет выходить из противоположного, малого. Клей вязкий и по факту является гибридным клеем-герметиком на МС-полимерах. Полимеризуется, как и все клеи-герметики, за счет влаги в воздухе. Производитель заявляет, что полная полимеризация наступает спустя 12 часов. Однако есть нюанс. Power Kit изначально предназначалась для ванных комнат и уборных. Влажность в них выше, чем в других помещениях. Если вы решили применить эту систему в других помещениях или на улице, рекомендую выждать 24 часа. Почему не покрыть весь кронштейн скотчем? Дело в том, что клей-герметик выдает гораздо большую прочность на квадратный сантиметр, чем большинство двухсторонних скотчей. Также удалить клей-герметик гораздо проще в сравнении со скотчем. Клей-герметик, полимеризуясь, создает прочное, но уже не липкое соединение. А скотч – это постоянно липкий по всей своей площади адгезив. Клей-герметик позволяет монтировать Power Kit не только на гладкие поверхности, типа плитки, металла, стекла и пластика, но и на пористые, такие как дерево, бетон, мрамор и природный камень. А вот на эмалевые краски, обои, штукатурку, полипропилен, полиэтилен и тефлон монтировать нельзя. К одним клей-герметик просто не приклеится, к другим монтировать бесполезно по причине слабой адгезии краски, штукатурки или обоев к стене. Наносить систему можно в температурном диапазоне от 5 до 35 градусов по Цельсию. Ограничения связаны с клеем-герметиком. Power Kit позволяет проводить легкий демонтаж. Для этого достаточно разводным ключом провернуть кронштейн. Этот способ самый надежный и простой, так как все скотчи и клеи-герметики хорошо работают на отрыв и на сдвиг, но при этом не способны противостоять кручению. Заинтересовались? Добро пожаловать в комментарии или ко мне на почту, я отвечу на все интересующие вас вопросы.